Вадим Зеланд. Вершитель реальности. Введение. Уважаемый читатель, эта книга, несмотря на свое название, вовсе не относится к области фантазий. Повседневная действительность здесь предстает в новом, незнакомом обличье, отчего становится намного удивительней любой мистики. Вам предстоит убедиться, что окружающий нас мир не совсем такой, каким мы привыкли его видеть. Реальность, при всем своем многообразии, обладает четко выраженной зеркальной симметрией. Дуальная природа нашего мира проявляет себя повсюду. Есть левая и правая –